нам женихи сгодился. Это присказка, а сказка... Сказка будет впереди! Ой, а кавалеры-то нынче какие видны! Всем вам добро пожаловать! Ну а чтобы масленичное гуляние начать, как полагается, нужно на сцену главу администрации пригласить, как полагается. Итак, оторвавшись от служебных рутин, на сцену приглашается глава администрации Александр Владимирович Соснин. Александр Владимирович, слово молвите! Добрый день, ивангородцы, да гости нашего города! Поздравляю вас с широкой масленицей! Наша страна большая, многонациональная и сильна она традициями многовековыми. Именно в единстве русского духа силен наш народ, сильна наша страна. И мы должны с вами обязательно сохранить это навсегда, сохранить наши традиции, сохранить нашу историю, наш язык и передавать его из поколения в поколение. Я поздравляю вас с сегодняшним праздником. Масленицу начинайте! Тройка быстрая, сани ковровые, снег да ветер раздолье полей. Ой, да, сердечко... Белым полем юга, с той зимой подруга, а за полем лета, где в лучах рассвета над ручьями вишня расцвела. Мне бы только зиму пережить, мне бы только поле перейти. Пишу ее имя, все бабы как бабы, а моя богиня на каждом заборе. Пишу ее имя. Да, проходите, господа, первый раз прощается, второй раз запрещается, а на третий раз не пропустим.